Дорогие друзья, эта неделя в Эстонии отмечается как неделя гражданина. Социал-демократы одинаково высоко ценят всех граждан нашей страны, независимо от их национальности или родного языка. К сожалению, некоторые другие партии до сих пор считают управление эстонским государством привилегией этнических эстонцев, а не всех граждан. Мы видим, что и правящие сегодня правые партии, и центристская партия не ищут возможности сближения людей, а напротив, пытаются поддерживать в обществе разделение по языковому и национальному признаку, поскольку это помогает им набирать политические очки. Такое положение должно измениться. Социал-демократическая партия предлагает всем русскоязычным гражданам Эстонии возможность отстаивать свои интересы. Присоединяйтесь к нам, если считаете, что государство должно быть прежде всего сосредоточено на человеке и его проблемах. Если слова «солидарность» и «справедливость» для вас не пустой звук, если вам близки социальные ценности и демократия. Вместе мы сможем дать жизни в Эстонии новое начало, победить противостояние и недоверие между представителями разных общин. Кескараконт, кесифель.